Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Ребята, очень хочу вам показать огород. Это классное местечко недалеко от нашего дома. Здесь был огромный парк, но строения были не санкционированы. И практически все снесли. Вот осталось буквально два домика. Поэтому хочется показать вам, как тут люди все сажают, потому что, ребята, это что-то с чем-то. Смотрите. Смотрите, какие здесь большие огороды. Вот этот домик, и здесь люди, вот дедушка, метет, еще один. Все настолько классно. Смотрите, какие тут классные помидорки. Это вообще с такой любовью все выращено, с такой заботой все выращено. Настолько все это красиво. Целые плантации, баклажаны стоят, красавчики, зреют. Вот еще баклажанчики. Земля ухоженная. Здесь у нас что? Здесь кабачки или тыквы? Наверное, кабачки уже собраны. Но посмотрите, какие помидорки огромные. Это настолько классно, ребята. Поля, вот посмотрите, ну сколько метров? Метров 30 вот такие длинные дорожки. Мне разрешили поснимать. Это частный дом, частное владение, ребят. И мне разрешили поснимать, что у них здесь. И вот так интересно, смотрите, тоже перекрестные палочки. И вверху еще одна палочка. И вот так подвязывают вот эти плети, и они тянутся. Вообще класс. Урожай здесь просто шикарный. Очень классно. Ребята, ничем огород абсолютно не отличается от нашего. Абсолютно. Вот все буквально есть. Вот здесь помидорки черри видны. Перчики стоят, капуста, салат. Посмотрите, какие стоят. Вот это молодые баклажанчики. Перчики чили. Картошечка обязательно. Свеколка. Вот все, все, что мы растим на огородиках, здесь тоже есть. Вот здесь тоже. Это что у нас? Это огурцы. Здесь у нас огуречки. Тоже смотрите, как классно делают, да? Огурцы растят. Смотрите, делают вот такую вот сетку, скажем так, из палочек перекрестные, и на них натягивают и веточки. И вот так тянутся. Смотрите, подсолнухи какие классные. Тоже подсолнухи сеткой закрывает, как у нас. Все абсолютно одинаково. Здорово, здорово. Вот такой подсолнух стоит, закрытый от птиц. Баклажанчики, в основном баклажанчики я вижу больше. А помидоры прямо ломятся, смотрите, какие классные. И все кусты в этих помидорах. Несмотря на то, что солнышко такое яркое, но все растет, плети крепкие. Здесь очень любят много салата, поэтому всегда... Смотрите, это тоже салат. Вот он такой. Эти листья широченные. И тоже любят. Подсолнухи тоже такие стоят. Мощные. Класс. Много-много-много помидор выращивают. Грядочки вот так делают. Все очень классно, ребята. Все с такой заботой в этом огороде сделано. Вот тут еще. Это вот несколько огородиков. Вот так они поделены. Здесь тоже дедушка ухаживает. Все классно. А смотрите, как интересно сделан забор. Этот забор сделан вот из таких вьюнов. И вот такие палочки висят. Классные, смотрите. И вот весь забор, вот такая изгородь получается. Очень классно. Все очень красиво. А сейчас я вам покажу еще... А, вот смотрите, еще хотела показать. Обязательно выращивают алоэ везде, мяту. Это все в еду идет. Петрушка. Свеколка здесь растет.
Классно. Обязательно и скамеечка, чтобы отдохнуть. Ну, это обязательно. Смотрите, как еще классно мяту растят. В тележке. Посадили мяту, и она тут растет себе классно. Все поливается постоянно. Сейчас я вам покажу, какой придумали здесь резервуар для полива воды. То есть получается, как я поняла, вот все огородики, кому здесь принадлежат, они используют вот этот общий резервуар для воды. Смотрите, классно как. Такой бассейн. Сюда подается водичка, и вот так они себе наливают и поливают потом. Здорово. Вообще круто, да? Вода всегда есть для полива. Переживать не надо. У нас здесь жарко, воды требуется для полива очень много. Ну и вот так, смотрите, еще классно они растят здесь. Есть такой небольшой парничок. Но здесь они, получается, как больше рассаду, что ли, держат в этом маленьком парничке на полочках. Ну, все очень классно. Огороды, да, большие. По сути, вот в этом парке осталось всего два домика жилых. Вот этот домик и вот этот домик. Все. Все остальные, все остальное снесли, вот оставили только маленькие такие вот участки. И вот люди здесь, ну, преимущественно бабуси и дедуси. Они не могут жить без земли, поэтому они здесь целое лето выращивают все. Классно. Вот такой классный у нас есть сад, в котором есть небольшие такие огородики нарезанные. Напишите в комментариях, что думаете, похоже ли это на наши огороды, что-то вам понравилось. Буду очень признательна. Подписывайтесь на мой канал, очень жду вас на своем канале, люблю, всех целую.